Объекты ЖКХ городского округа Люберцы активно готовят к грядущему отопительному сезону. За ходом этих работ тщательно следят представители администрации. На днях Владимир Ружицкий проверил состояние и готовность котельной номер 8 в Томилине, которую модернизировали по последнему слову техники. Вот уже год котельная на улице Гоголя в Томилине подтверждает все возложенные на нее надежды. Бесперебойно обеспечивает теплом и горячей водой 9 жилых домов и детский садик. В отопительный период современное оборудование позволило сэкономить расход топлива на 10%. Стоят отечественные котлы, но импортные горелки. Котельные котлы очень надежные, как бы зарекомендовали себя как качественное оборудование, работающее без сбоев. Заменено было на 3 котла. Также модернизировал узел учета. Перегруженную котельную с полувековой историей модернизировали так, что теперь она работает полностью в автоматическом режиме, без присутствия операторов. Даже в нестандартной ситуации оборудование знает, как себя вести. Кроме того, к новому отопительному сезону начали замену теплотрассы. По оценке комиссии, подготовка к зиме здесь идет в плановом режиме. Модернизация требуется везде, где котлы, скажем, ну, прошлого века, я бы сказал. Здесь КПД котлов где-то за 94-95%. Совершенно другой уровень. Сегодня во всем есть экономия, сегодня все считают деньги, поэтому стоит наша задача подобное оборудование приобретать, где потребление либо расход газа значительно меньше. Стоит отметить, что подобную перезагрузку прошли уже почти 80% котельных округа. Остальные модернизируют в течение 2 лет. В целом объекты ЖКХ, по словам Ружицкого, на данный момент готовы к отопительному сезону на 70%. Анна Троян, Дмитрий Ротянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.